сюда. Ты очень кстати. Он гуляет каждое утро не меньше часа. Я ему запретил возвращаться раньше. У него было очень много работы. Ночами сидел. Ох уж это мне целлеристика. Он мне напоминает бухгалтера, готовящего годовой отчет. Мы еще вчера тебя ждали. Он хотел убежать, когда меня увидел. Здравствуй. Здравствуй. Мне, наверное, не стоило мешать вам сегодня. Как мы с тобой постарели, я только сейчас, пожалуй, это понял. Ну, что ты извиняешься? Он понимает, что все будет зависеть от его первого сообщения со станции. Экипаж передает все время непонятные и путанные данные. Если он подтвердит, что по каким-то там причинам работу продолжать невозможно, станцию могут снять с орбиты Соляриса. Он это понимает. Ты обещал поговорить с ним, я привез пленку. Собственно, ради этого я и приехал. Да, конечно. Ты не будешь против, если малый пробудет у вас несколько дней? А то у меня много дела, оставить его не с кем. Анна присмотрит за ним. Теперь у нее будет больше свободного времени. В котором часу он летит? Завтра утром. Его уже здесь не будет. Хорошо у вас здесь. Этот дом похож на дом моего деда. Мне он очень нравился. И мы с матерью решили построить такой же. Не люблю я новшеств. Ну, я, пожалуй, пойду. У меня еще куча дел. Экспедицию возглавлял профессор Тимолис. А ты разве не останешься? А это видел уже много раз. На 21-й день высадки нашей экспедиции радиобиолог Вишняков и физик Фехнер проводили исследовательский полет над океаном Соляриса, на глисере, который передвигается на воздушной подушке. Когда через 16 часов они не вернулись, мы вынуждены были объявить тревогу. Туман сгустился, и мы были вынуждены прекратить поиски. На станцию вернулись все спасательные аппараты. Не было только грузового вертолета, на котором вылетел пилот Анри Бертон. Бертон вернулся через час после наступления темноты. Выбравшись из вертолета, он бросился бежать. Он был в состоянии нервного шока. Вы понимаете, что для мужчины, у которого за плечами 11 лет космических полетов, порой в тяжелейших условиях, это было поразительно. Через два дня он поправился, но больше ни разу не выходил из космолета
и старался не подходить к окну, из которого был виден океан. Потом он написал из клиники, что собирается сделать заявление, в котором пойдет речь о деле чрезвычайной важности, которое, по его мнению, решит судьбу солеристики. Отлично. Вот пусть он сам обо всем и расскажет. Теперь самое время передать слово Бертону, я полагаю. Спасибо. Когда я впервые спустился на 300 метров, стало трудно удерживать высоту, так как поднялся ветер. Я вынужден был все внимание сосредоточить на управлении. И некоторое время не выглядывал из кабины. В результате я против своего желания попал в туман. Это был самый обыкновенный туман? Конечно, нет. Это не был обычный туман. Как бы взвесь, по-моему, коллоидная и очень липкая. Она затянула все стекла. Из-за сопротивления, которое оказывал этот туман, у меня упали обороты, и я начал терять высоту. Солнце я не видел, но в его направлении туман светился красным. Через полчаса мне удалось выскочить на открытое пространство. Оно было почти круглое, диаметром несколько сот метров. В этот момент я заметил перемену в состоянии океана. Волны совсем исчезли, и поверхность стала почти прозрачной с замутнениями. Под ней собирался желтый ил. Он тонкими полосами поднимался вверх, и когда всплывал, блестел, как стеклянный. Потом начинал бурлить, пениться и затвердевать. Он был похож на пригоревший сахарный сироп. Этот ил или слизь собиралась в большие комки и постепенно формировала разные фигуры. Меня стало затягивать к стене тумана, мне некоторое время пришлось бороться с этим движением. Когда я снова посмотрел вниз, то увидел подо мной что-то, что напоминало сад. Как сад? Прошу внимания. Я видел карликовые деревья, живые изгороди, акации, дорожки. Все это было из той же субстанции. А эти деревья и растения, которые вы видели, были с листьями? Кустарник, акация? Нет, я же сказал, все было как из гипса, только в натуральную величину. Потом начало все трескаться, ломаться. Из расщелин выдавливался желтый ил, и все начало бурлить еще сильнее и покрылось пеной. Да вы и сами можете убедиться во всем. Время от времени я включал кинокамеру, и все, что видел до и после, должно быть зафиксировано на пленку. Тогда я предлагаю прервать разговоры и посмотреть на все это собственными глазами. Ну что ж, покажите нам вашу пленку. Очень интересно.
Это все? Это весь ваш фильм? Да, это все. Но мы ничего не поняли. Вы сняли облака. Почему вы снимали одни облака? Это, наверное, туман, о котором я говорил вам. Для меня это полная неожиданность. Все это могло быть результатом воздействия на сознание Бертона биотоков океана Соляриса, который, как теперь известно, является не только гигантским мозгом, что ли, но и субстанцией, способной мыслить. Но гипотеза эта весьма сомнительна. Вы не чувствовали себя в тот день больным? Ну, дальше тут довольно бессмысленный кусок. Вот, пожалуй, отсюда, в одно из отверстий, обнаружил там плавающий предмет. Мне показалось, что это комбинезон Фехнера. Тем более, что формой он напоминал человека. Я развернул машину, я боялся пролететь это место и потерять его. В этот момент фигура слегка приподнялась, как будто она плыла или стояла по пояс в волне. Этот человек, он был без комбинезона и двигался. Я не понял, человек? Да, человек. Одну минуту. И вы что, видели его лицо? Да. Какой человек? И кто это был? Это был ребенок. Какой ребенок? Вы раньше его видели? Нет, никогда. Во всяком случае, я не помню этого. Когда я к нему подлетел ближе, то я заметил в нем что-то нехорошее. В каком смысле? Я не сразу понял, что это. А потом понял, что он был необыкновенно большой, гигантский. Это еще слабо сказано. Он был просто 1,4 метра. У него были голубые глаза и черные волосы. Может быть, вы не здоровы? Тогда мы перенесем заседание. Я продолжу. Он был голый, абсолютно голый, как новорожденный. И мокрый, вернее, скользкий. Кожа у него блестела. Он поднимался на волне вверх, вниз, и независимо от этого он двигался. Это было омерзительно. Простите, я промотаю. Осталось совсем немного. Сообщенные Бертоном сведения представляют собой содержание галлюцинаторного комплекса, вызванного влиянием атмосферы планеты симптомами помрачения, которым способствовало возбуждение ассоциативных зон коры головного мозга, и что этим сведениям ничего или почти ничего в действительности не соответствует. Насколько оно велико, это почти? Простите, я еще не кончил. Отдельно записано особое мнение доктора физики Мессенджера, который считает, что сообщенные Бертоном сведения могли в действительности иметь место и нуждаются в весьма добросовестном изучении. Это все. Ведь я это все видел собственными глазами. Я придерживаюсь на этот счет иного мнения. Мы стоим на пороге величайшего открытия, и мне бы не хотелось, чтобы на наше решение оказал влияние тот факт, что мы опираемся на наблюдение человека безо всякой ученой степени. Хотя ни один исследователь мог бы позавидовать этому пилоту.
его присутствии духа и таланта наблюдателя. И потом мне кажется, что в свете последних сведений мы не имеем никакого нравственного права прекращать исследования. Я понимаю чувство профессора Мессенджера. Я понимаю его. Но давайте оглянемся на пройденный нами путь. Слеристика топчется на том же месте, откуда мы начинали в момент ее возникновения. Труды всех этих лет оказались напрасными. То, что мы знаем сейчас о Солярисе, имеет отрицательный характер и уподобляется горе разрозненных фактов, которые невозможно втиснуть в рамки каких бы то ни было концепций. Точно в таком же положении мы находимся и сейчас. Соляристика вырождается. Но ведь речь идет о вещах более важных, чем изучение соляристики. Речь идет о границах человеческого познания. Не кажется ли вам, что искусственно устанавливая такие границы, мы тем самым наносим удар по идее безграничности мышления и, ограничивая движение вперед, способствуем движению назад? Я все-таки еще раз повторяю вопрос. Что значит сообщенные мною сведения почти ничему не соответствуют? Ведь я все это видел своими глазами. Что значит почти? Почти ничему означает, что какие-то реальные явления все же могли вызвать ваши галлюцинации, Бертон. Во время ветреной погоды не мудрено спутать качающийся куст с живым существом. А что говорить о чужой планете? Так что в этом нет ничего для вас оскорбительного, Бертон. Ничего. Мне хотелось бы узнать, какие последствия будет иметь особое мнение профессора Мессенджера. Практически никаких. Это значит, что исследования в этом направлении проводиться больше не будут. Сейчас. Да-да. В связи с этим я хочу сделать заявление. Комиссия оскорбила не меня, я здесь не в счет. Она оскорбила дух экспедиции, поэтому я считаю своим долгом заявить... Ну и так далее. Теперь считается хорошим тоном хохотать при упоминании о рапорте Бертона. Спасибо, Бертон. Мы так давно знакомы, и я ничего не знала о вас. Знаете, а вы были очень красивы. Что вы говорите? Во всяком случае, спасибо. Прости. Ну, Крис, какое у тебя сложилось впечатление? Если ты не будешь возражать, мне хотелось бы поговорить с твоим сыном наедине. Не хотелось бы выглядеть в твоих глазах кретином в очередной раз. Я буду ждать вас внизу, у качелей. Нелепый какой-то человек. Напрасно ты говоришь о нем так. Он и сам себя чувствует неловко. Ему кажется, что он помешает нам проститься. А ведь он человек деликатный, если решился приехать, то значит считает свое дело важным. Хотя, признаться, и мне сейчас не хотелось бы никого видеть. Мы не так уж часто беседуем с тобой. Я рад, что ты так говоришь, хоть и в последний день. Последний день. Когда прощаются специально, потом всегда бывает противно. О, твоя тетка идет. Знаешь, Крис, давай встретимся после обеда, нам надо поговорить. А почему ты тогда, именно сегодня, пригласил этого Бертона? А где будут ночевать гости? Рядом с тобой или в комнате наверху? Я думаю, наверху.
Что ж, пойду на свидание у качелей. А может быть... Я сейчас. Да погоди ты со своей комнаты. Слушай, Крис. Ну, что случилось? Что там такое стоит? Чего ты боишься? В гараже стоит, смотрит. Это лошадь. Не надо, я уже видел. Идем, идем. Она добрая. Смотри, какая красавица. Поймите меня правильно. Мне кажется, что соляристика зашла в тупик именно в результате безответственного фантазирования. Меня интересует истина, а вы хотите сделать из меня предвзятого сторонника. Я не имею права выносить решения, руководствуясь душевными порывами. Я не поэт. У меня вполне конкретная цель. Или прекратить исследование, снять станцию с орбиты, узаконив тупик и кризис соляристики. Ну, или принять крайние меры. Возможно, даже воздействовать на океан жестким излучением. Только не это. А почему? Вы же сами предлагали. Любой ценой продолжать исследование. Вы что же, хотите уничтожить то, что мы сейчас не в состоянии понять? Простите, но я не сторонник познания любой ценой. Познание только тогда истинно, когда оно опирается на нравственность. Нравственной или безнравственной науку делает человек. Вспомните Хиросиму. Ну так не делайте науку безнравственной. Странно. Странно. Ничего странного. Ведь вы и сами не уверены в том, что все, что вы видели там, не было галлюцинацией. Я ведь вижу. Благодарю вас. Считайте, что мы поговорили. Что случилось? Я уезжаю. Куда? Он бухгалтер, а не ученый. Ты был прав. Мы с тобой друзья, но все-таки не стоит так о нем отзываться. Вот и отлично. Мы знаем друг друга уже 20 лет. Должно же это когда-нибудь кончиться. Мальчика, ты оставляешь? За что ты его обидел? Ты слишком жесток, вот что я тебе должен сказать. Таких, как ты, опасно пускать в космос. Там все чересчур хрупко. Да-да, вот именно хрупко! Земля уж кое-как приспособилась к таким, как ты, хотя это и стоило ей черти каких жертв. Ты что, ревнуешь его к тому, что он меня похоронит, а не ты? Таким образом, было установлено, что океан Соляриса является своеобразным мозгом. Именно после этого была высказана уже вовсе смелая гипотеза, предполагавшая, что океан является мыслящей субстанцией. Кстати, гипотеза эта вот уже много лет не имеет аргументов, которые бы или подтвердили, или опровергли ее. Итак, Солярис... Это передача о Солярисе. И кризис ее налицо. В рядах, так сказать, верующих остались немногие. И в первую голову те, кто связан с судьбой орбитальной станции «Солярис». Сейчас на этой колоссальной станции, рассчитанной на 85 человек, работают всего трое. Это астробиолог Сарториус, кибернетик Снаут. Физиолог же Гибарян занимается на станции проблемой соотнесения... Я звоню из города. Бертон. Анна, выйди на минутку, нам надо поговорить. Я не о том говорил.
с Крисом и не сказал ему самого главного о мессенджере, который высказал особое мнение на том заседании. Так вот, он заинтересовался Фехнером, погибшим в океане Соляриса. Оказалось, что тот оставил сиротой сына, ну, ушел из семьи. И мы вместе с мессенджером ездили к Авдею Фехнера. И я своими глазами видел малыша. Ты мне об этом не рассказывал. Не было повода. Ну, хорошо. Ну, и что дальше? А то, что ребенок этот ничем не отличался от того, которого я видел тогда на Солярисе. Правда, он не был 4-метровым. Сейчас перед стартом ему не надо слишком думать об этом. Но там пусть вспомнит.
это лишние бумаги. То, что надо сохранить там у меня, в комнате. Институтские работы, курсовая. Как это все сохранилось? Если что-нибудь случится, я попрошу присмотреть за ними. Что-нибудь придумаем. Да, ты не ищи эту пленку. Я ее взял с собой. Помнишь ту, с костром? Да-да, бери, конечно. Готов, Кельвин? Готов, Модер. Не беспокойся ни о чем. Счастливого пути. Привет нашим. Когда старт? Уже летишь, Крис. Будь здоров. Станция Солярис. Станция Солярис, делайте что-нибудь. Кажется, я теряю стабилизацию. Здесь Кельвин. Прием.
Эй, где вы все? Здесь гости, прием. Доктор Снаут. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun und zehn. Snaut? Я Кельвин, психолог. Насколько я вижу, вы меня не ждали. Вы получили радиограмму? Да. Да. Конечно. Ну-ну, что с вами? Простите. Простите. А где Гибарян? Где Сарториус? Сарториус у себя. Гибарян умер. Как умер?
самоубийство. Ну, позвольте. Я знал Гибаряна, он никогда бы... Он почти все время находился в состоянии глубокой депрессии. С тех пор, как у нас начались эти беспорядки. Вот что. Отдохните. Примите ванну, занимайте любую комнату и приходите через час. Я хотел бы повидать Гибаряна, то есть Сарториуса. Попозже. Тем более он вряд ли отопрет, он наверху в лаборатории. Слушайте, Снаут, я понимаю, что произошло нечто чрезвычайное. И, может быть... Доктор Кельвин, понимаете, да, приходите через час. Прошу вас. Идите. Отдохните. Послушайте, теперь нас трое с Сарториусом. Его вы так же, как и меня, знаете и по фотографиям. Если увидите нечто необычное, ни меня, ни Сарториуса, старайтесь... Держите себя в руках. Что увижу? Не знаю. В некотором смысле это зависит от вас. Галлюцинации? Нет. Не нападайте. Помните. О чем? Мы не на земле. Знаете, лучше приходите вечером или ночью. Или нет. Приходите завтра утром. Привет, Крис. У меня есть еще немного времени. Я должен кое-что тебе рассказать и предупредить кое о чем.
Сейчас ты уже на станции и знаешь, что со мной случилось. Если нет, то Снауд или Сарториус тебе расскажут. Что со мной произошло, это не важно. Вернее, Крис, этого не расскажешь. Я боюсь, что то, что произошло со мной, это только начало. Я бы не хотел, конечно, но это может произойти и с тобой, и со всеми остальными. Здесь сейчас это может произойти с каждым, наверное. Только не думай, что я сошел с ума. Я в здравом уме, Крис, поверь мне. Ведь ты меня знаешь. Если успею, я расскажу, почему все это сделал. Все это я говорю тебе для того только, что если это с тобой случится, знай, что это не безумие. Это главное. А что касается дальнейших исследований, я склоняюсь к предложению Сарториуса подвергнуть плазму океана жесткому рентгеновскому облучению. Я знаю, это запрещено. Но другого выхода нет. Вы только завязнете. Быть может, это все сдвинет с мертвой точки. Это единственный шанс на контакт с этим чудовищем. Другого выхода нет, Крис. Если...
Доктор Сарториус, я Кельвин. Я прилетел 2 часа тому назад. Поймите, я попал в какое-то дурацкое положение. Короче, если вы не откроете, я разобью дверь. Хорошо, я открою. Но вы не входите. Я сам выйду. Ну, хорошо. Меня зовут Кельвин. Слушаю. Вы, должно быть, слышали обо мне. Я работаю, то есть работал с Гибаряном. Слушаю вас. От Знаута я узнал, что Гибарян, что его нет. Таким образом, вам уже известна эта история. Да. Это ужасно. Я не знаю подробностей, но он умер. Дело не в этом. Умереть может каждый из нас. Но он завещал похоронить себя на земле. А разве космос плохая могила для него? Но Гибаряну захотелось в землю, к червям. Я хотел пренебречь этим, но Снаут настоял. Вы когда-нибудь слышали о Бертоне? Это пилот, который... Да, он участвовал в поисках Фехнера. Фехнер умер великолепно. А Гибарян струсил. Не стоит плохо говорить о нем теперь. Вы не о том думаете. Сейчас следует думать лишь о долге. Перед кем? Перед истиной. Значит, перед людьми. Вы не там ищете истину. Вот. Ваша поза нелепа. Ваше так называемое мужество бесчеловечно. Слышите вы? Уходите. Вы, как я понял, излишне впечатлительны. Вам надо привыкнуть. Доброго здоровья.
Я разговаривал с Арториусом. По-моему, это паршивый тип. Он очень талантливый ученый. Вы знаете, мне кажется, я немного болен. Вы совершенно здоровы. Просто невнимательны к советам. Снаут, кроме нас троих, на станции еще кто-нибудь есть? Вы видели? Вы предостерегали меня. От чего? Кого вы видели? Это человек? Она реальна? До нее можно дотронуться? Можно ее ранить, да? Последний раз вы ее видели сегодня. А ты? Кто ты такой? Тише. Откуда она взялась? Оставь меня в покое. Боишься? Не беспокойся. Сумасшедшим я тебя считать не буду. Сумасшедшим? Господи, ты же ничего, совсем ничего. Сумасшедшим. Это было бы избавлением. Послушай, Снаут. Это все бессмысленно. Все равно они меня не поймут. Ведь они думают, что я сошел с ума. Видишь ли, Крис, как все это не дико. Я должен это сделать, потому что я боюсь, что они войдут сюда. Я имею в виду Снаута и Сарториуса. Они сами не понимают, что делают. Мне страшно, Крис. Я не могу. Никто этого не сможет понять. Открой! Слышишь, Гибарян? Открой! Перестань глупить. Это ведь мы, Снаут и Сарториус. Мы хотим тебе помочь. Они хотят мне помочь. Сейчас, сейчас! Не стучите! Я сам себе судья. Ты ее видел. Крис, знай, что это не безумие. Здесь скорее что-то с совестью. Мне так хотелось, чтобы ты скорее прилетел, Крис.
Откуда ты? Как хорошо. Но ведь это не... Откуда ты узнала, где я? Как откуда? Крис, не надо, щекотно. А где мои туфли? Туфли? Кто это? Крис. У меня такое чувство. Как будто я что-то забыла. Я не могу понять. Ты меня любишь? Ну что ты говоришь глупости, Харри? Кого-то не знаешь. Я сейчас уйду ненадолго. Ты подожди меня, ладно? Я с тобой тогда. Нет, нет, Харри, я скоро приду. Нет. Что такое? Почему? Я не знаю. Я не могу. Что ты не можешь? Мне кажется, я... Я должна тебя все время видеть. Ты что, ребенок, что ли? Мне работать надо, Харри. Я веду себя как дура. А ты тоже бегаешь, весь взъерошенный, как снаут. Как кто? Как Снаут. Снаут? Слушай, а откуда ты его? Ну, мне пора. Если хочешь, пойдем вместе. В платье ты не сможешь надеть. Комбинезон. Разденься. Крис, помоги мне. Я не могу развязать. Почему ты так смотришь?
Вылезай. А ты? А я за тобой. Мне нужно закрыть люк. Ну как? Все в порядке? Удобно? Да. Иди скорее, Крис. Хоть бы выстучал. Мне показалось, что здесь кто-то разговаривает. Тем более. Были гости. Ну-ну. Здорово ты за них взялся. Ничего. До свадьбы заживет. А хоть начал-то ты скромно. Разные там наркотики, яды, снотворные, а? Если собираешься поясничать, лучше уходи. Иногда становишься паяцем и не желая этого. Не будешь же ты меня убеждать, что не пробовал веревки или молотка? А чернильницей случайно не бросался, как Лютер, нет? Да, значит так. Раз, два, посадил, нажал пуск и готово. В следующий раз не паникуй. И нажимай пуск из коридора. Так и сгореть можно. Что это было? Не знаю. Впрочем, кое-что нам удалось определить. А кто приходил? Она умерла 10 лет тому назад. То, что ты видел, материализация твоего представления о ней. Как ее звали? Харри. Все началось после того, как мы провели эксперимент с рентгеном. Воздействовали на поверхность океана сильным пучком рентгеновских лучей. Но ведь это... Кстати, считай, что тебе повезло. Ведь эта женщина только твое прошлое. А если бы возникло нечто такое, чего ты не знал никогда, а только подумал, вообразил? Но я не понимаю... Очевидно, океан ответил на жесткое излучение каким-нибудь другим, прозондировал им наши мозги и извлек из них что-то вроде островков памяти. Она не вернется? Вернется. И не вернется.
Харри 2. Возможно, бесконечное число двойников. Почему ты не предупредил меня? А ты бы не поверил. Я испугался и поступил, кажется, не совсем. Не бей себя в грудь. Хватит с нас Гибаряна. Видишь ли, речь идет о ликвидации станции. Я, собственно, за этим и послан. Если я представлю отчет, ты подпишешь его? А вдруг это долгожданный контакт, а? Ночь – лучшее время здесь. Она чем-то напоминает землю. Надо приклеить к вентилятору полоски бумаги. Ночью это напоминает шорох листьев. Это изобретение Гибаряна. Просто как все гениальное. Я принял сразу. Сарториус издевался над нами, но у него тоже есть такая штука. Он прячет ее в шкафу. Тебе надо отдохнуть. Если сможешь, приходи потом в библиотеку. Я приготовил тебе список книг. Снаут, это ты? Крис, ты где? Иди сюда. Темно.
Иди сюда. Не бойся. Гарри! Гарри! Дверь не в ту сторону, Гарри! 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 Потерпи. Потерпи, я сейчас. Я увидела, что тебя нет. Я испугалась. Здравствуй, Крис. Да? Тебя плохо слышно. Говори погромче. Что ты сейчас делаешь? Ничего не делаю. Видишь ли, Сарториус просил нас прийти в лабораторию. Ты как? Ладно. Ладно, попробую. А может быть, у меня эпилепсия? Это моя жена. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы вас ждали. Я только что освободился. Ой, какая прелесть. Это ваши? Нет, Снаут. А. Ну так вот. Насколько мне удалось уяснить, они построены... Назовем их просто гостями. Очень хорошо. В отличие от нас, сконструированных из атомов, они состоят из нейтрино. Но ведь нейтринные системы нестабильны. Ну, по-моему, их стабилизирует силовое поле Соляриса. У вас превосходный экземпляр. Это моя жена. Замечательно. Прекрасно. Тогда проделайте анализ крови вашей жены. Зачем? А это вас несколько отрезвит. Интересно, как ты думаешь? Снова. А ну вас всех. Я сжег кровь кислотой, но она восстанавливается. Регенерация? Скажите, пожалуйста. В сущности, бессмертие. Проблема Фауста. Простите. Вата не нужна. Вы достаточно квалифицированно проводите вскрытие? Я же сказал, это моя жена. Вы не поняли? По-моему, эти эксперименты гуманнее, чем на земных кроликах. Вы не согласны? Это все равно, как если бы я сам себе отпиливал ногу. Тебе было больно, когда ты поранилась о дверь? Больно, конечно. Так вот, если я когда-нибудь поймаю вас за этим занятием... Вам повезло. То есть... Ваше пристрастие бессмысленно, но вы вступили с ними в эмоциональный контакт. Может, это и приятно, но... Вы что, завидуете? Может быть, и завидую. Нет, вы не завидуете, ведь вы ни в чем не виноват. Конечно. А я виноват. В чем? Когда вы окончательно превратитесь в калеку без рук и ног, позовите нас. Мы будем выносить за вами подкладное судно. А перед кем вы все-таки виноваты? И перед вами тоже. Это снимал мой отец. Ну, и я кое-что.
Слушай. Я совсем себя не знаю. Не помню. Я закрываю глаза и уже не могу вспомнить своего лица. А ты? Что? Ты себя знаешь? Как каждый человек. А. Та женщина. В белой шубке. Вот кто меня ненавидел. Не выдумывай. Она умерла раньше, чем мы с тобой познакомились. Я не понимаю, зачем ты мне морочишь голову? Я же прекрасно помню, как мы пили чай. И она выгнала меня вон. Я, естественно, встала и ушла. Я прекрасно помню. А что было потом? А потом я уехал. И с тех пор мы больше уже не виделись. Куда ты уехал? В другой город. Зачем? Меня перевели. А почему ты уехал без меня? Ты же сама не захотела. Вот это я помню. Прости, я шел мимо, и мне показалось, что ты не спишь. Что случилось? Регенерация замедляется. 2-3 часа, можно быть свободным от них. Ты пришел ночью, чтобы сообщить мне об этом? Ты понимаешь, я вот по какому поводу. Мы тут с Арториусом думали, коль скоро океан извлекает гостей из нас во время сна, может быть, есть смысл передать ему наши дневные мысли. Каким образом? Пучком излучения. Может, он поймет тогда и избавит нас от всех этих появлений. Опять эти дурацкие рентгеновские проповеди о величии науки? Мы промодулируем этот пучок токами мозга кого-нибудь из нас. И этот кто-то, конечно, я. Энцефалограмма. Запись всех моих мыслей. А вдруг я хочу, чтобы она умерла? Исчезла. Доверить все этому киселю. Ну и так уже мне влез в душу. Крис, пора. Время уходит. Кстати, сэр Артуриус предложил еще один проект. Аннигилятор. Уничтожаются только нейтринные системы. Это что? Шантаж? Это я уговорил его начать с энцефалограммы. И еще... Забудь эту историю. Завтра у меня день рождения. Считай, что я тебя пригласил. Ты врешь, просто хочешь нас помирить? Да, хочу помирить. Не кричи, здесь спят. Спят? Уже научилась спать. Плохо все это кончится. Ну а что ты мне предлагаешь? Ничего. Так придешь завтра в библиотеке. Там и стол накроем. По крайней мере, в ней окон нет. А пока пойдем. Сартурио ждет.
Она спит. И за мной не пойдет, а? Дверь хотя бы не запирай. Какая-то дверь. Видимость одна. Подожди, я сейчас. Куда ты? Прости меня. Прости. Почему ты не спишь? Ты не любишь меня. Перестань, Харри. Нам надо поговорить. О чем? Крис, ну, ты ведь понимаешь, что я не знаю, откуда я взялась. Но, может быть, ты знаешь. Что ты выдумала? Постой, не перебивай меня. Но если ты знаешь, и только не можешь сейчас сказать, то, может быть, когда-нибудь. А, Крис? Что ты говоришь? Я ничего не понимаю. Честное слово. Не хочешь. Боишься. Ну, тогда я скажу. Я не Харри. Да, Харри умерла. Отравилась. А я... Я совсем не то. Кто тебе это сказал? Арториус, мы только что с ним разговаривали. Ночью. Лучше бы ты сам мне сказал об этом, правда? Господи, какая разница? Как ты жил все это время? Ты любил кого-нибудь? Не знаю. Обо мне ты помнил? Помнил, но не всегда. Только когда мне было плохо. Знаешь, мне кажется, что мы кем-то обмануты. И чем больше будет длиться этот обман, тем ужаснее все кончится для тебя. Именно для тебя, Крис.
Как мне помочь тебе? Скажи, а с ней? Стой. Что с ней случилось? Мы поссорились. Последнее время мы часто с ней ссорились. Я собрал вещи и ушел. Она дала мне понять, не сказала так прямо. Но если с кем-нибудь прожил годы, то этого и не нужно. Я был уверен, что это только слова. Но на другой день вспомнил, что оставил в холодильнике препараты. Я принес их из лаборатории и объяснил ей тогда, как они действуют. Я испугался. Хотел пойти к ней. А потом подумал, что это будет выглядеть, будто я принял ее слова всерьез. На третий день я все-таки не выдержал и отправился. Когда я пришел, она уже умерла. И на руке был след от укола. Вот этот. Почему она это все-таки сделала? Наверное, чувствовала, что я не любил ее по-настоящему. А тебя люблю. Крис. Что? Я люблю тебя. Поспи, поспи. Я не умею спать. Нет, правда, это не сон. Это как-то так, вокруг. Как будто не только во мне, а гораздо дальше. Наверное, это все-таки сны. Ну что ж, я думаю, виновник торжества уже не явится. Почему? А может быть, у него гости. О, все уже в сборе. Ты опоздал на полтора часа. Что это ты читаешь? Это все хлам. Хлам? А где же... Где же... Вот.
Они приходят по ночам. А спать-то когда-нибудь нужно. Вот проблема. Человек потерял сон. Впрочем, прочти ты. Я несколько возбужден. Я знаю, сеньор, только одно. Когда я... Когда я сплю, я не знаю ни страха, ни надежд, ни трудов, ни блаженства. Спасибо тому, кто изобрел сон. Это единую для всех монету, эти единые весы, равняющие пастуха и короля, дуралей и мудреца. Одним только плох крепкий сон. Говорят, что он очень смахивает на смерть. Никогда еще, Санчо, ты не произносил такой изящной речи. Все это прекрасно, но, может, вы и мне, наконец, дадите высказаться. Я предлагаю выпить за Снаута, за его мужество, за его умение не забывать о долге, за науку и за Снаута. Наука? Чепуха. В этой ситуации одинаково беспомощны и посредственность, и гениальность. Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Нам не нужно других миров. Нам нужно зеркало. Мы бьемся над контактом и никогда не найдем его. Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он боится, которая ему не нужна. Человеку нужен человек. Выпьем за Гибаряна, за память о нем, хотя он и испугался. Нет, Гибарян не испугался. Бывают вещи пострашнее. Он умер от безвыходности. Он думал, что все это происходит только с ним. Боже мой, о чем вы? Все эти душераздирающие переливы просто достоевщина и ничего более. Немного ли вы на себя берете? Я знаю свое место. Я работаю. Человек создан природой, чтобы познавать ее. Бесконечно двигаясь к истине, человек обречен на познание. Все остальное блажь. Позвольте вас спросить, уважаемый коллега, зачем вы прилетели сюда на Солярис? Как зачем? Вы что, много работаете? Простите, но кроме романа с вашей бывшей женой вас ничего не интересует. Вы целыми днями валяетесь в постели из идейных соображений и таким способом исполняете свой долг. Вы потеряли чувство реальности. Простите, но вы просто бездельник. Ну, хватит. Хорошенького понемножку. Мы пьем за Гибаряна. Не за Гибаряна, а за человека. Вы хотите сказать, что Гибарян не был человеком? Прекрати, Крис. Еще не хватает, чтобы мы ссорились. В конце концов, сегодня у меня день рождения. Сегодня мой день. Конечно. Но мне кажется, что Крис Кельвин более последователен, чем вы оба. В нечеловеческих условиях он ведет себя по-человечески, а вы делаете вид, что все это вас не касается, и считаете своих гостей, вы, кажется, так нас называете чем-то внешним, мешающим. А ведь это вы сами. Это ваша совесть. А Крис меня любит.
Может быть, он не меня любит, а просто защищается от самого себя, правда. Хочет мною живой. Дело не в этом. Не важно, почему человек любит. Это у всех по-разному. Это не Крис. Он ни при чем. А вы. Я ненавижу всех вас. Я попросил бы вас... Прошу вас, не перебивайте меня. Я все-таки женщина. Да вы не женщина и не человек. Поймите вы, наконец, если вы вообще способны что-нибудь понимать. Хари нет. Она умерла. А вы только ее повторение. Механическое повторение. Копия. Матрица. Да. Может быть. Но я становлюсь человеком. Чувствую нисколько не меньше, чем вы. Поверьте. Я уже могу обходиться без него. Я люблю его. Я человек. Вы очень жестоки. Встаньте! Немедленно встаньте! Дорогой вы мой. Ведь это же легче всего. Напрасно мы ссоримся. Мы теряем достоинство и человеческий облик. Нет. Вы люди. Каждый по-своему. Поэтому вы и ссоритесь. Я вам не мешаю? Хороший ты человек. Только плохо выглядишь. Я действительно скис. Помоги мне немножко. А что? Разве человек, который готов положить свою жизнь ради этого несчастного контакта, чтобы узнать, чего он стоит, не может напиться, имеет полное моральное право? А ты веришь в нашу миссию, Кельвин, а? Я к себе не пойду. Важно не уснуть. Я пойду к Фаусту. В лаборатории наш Фауст Сарториус ищет средства против бессмертия. А мы... Аузусана, таслевнис, нихчвер...
на хайном дутом бройт и камгом таузентное эр. Слушай, давай откроем донные люки и будем кричать туда вниз. Вдруг услышит. Только как его зовут? А может быть, высечем его розгами? Или лучше помолимся ему? Что случилось? Я, кажется, захлопнул дверь в библиотеку. Она там одна? Иди, мне уже лучше. Станция делает маневр. В 17:00 будет 30 секунд невесомости. Не Харри. Харри. Прости, милый, я немного задумалась. Что-нибудь случилось? Нет, нет. Ничего. Все в порядке.
выпила жидкий кислород. Она сделала это от отчаяния. Дальше будет еще хуже. Чем больше она с тобой, тем больше очеловечивается. Бери пример с Арториуса. Спасибо за совет. Что ты намерен делать? Ждать, пока она не вернется. А потом покинешь станцию. Крис, она может жить только здесь, на станции, ты же знаешь. Что же мне делать? Я люблю ее. Которую? Эту? Или ту в ракете? Ее можно стащить с орбиты, она явится и всякий раз будет являться. Не превращай научную проблему в альковную историю. Я чувствовал, что это плохо кончится. Ты должен помочь ей. Жуткое зрелище. Никак не могу привыкнуть ко всем этим воскрешениям. Почему? Нет, это не я. Это я, не Харри, а ты, Крис, а ты, может быть, ты тоже. Не надо, Харри. Я не Харри. Ну хорошо, хорошо. Может, твое появление должно быть пыткой? Может, услуга океана? Ну, какое все это имеет значение, если ты мне дороже, чем все научные истины, которые когда-либо существовали в мире? Я на него очень похож. Нет, ты была похожа. Теперь ты не она, а настоящая Харри. Скажи, скажи, я тебе очень противна, что я такая. Тебе противно! Ну, Харри, нет, неправда. Лжешь! Неправда! Лжешь! Ну, перестань! Лжешь! Тебе должно быть противно! Перестань!
Ну? Не прикасайся ко мне. Что с тобой? Ничего. Ничего. Я не вернусь на землю. Мы будем жить с тобой здесь, на станции. Знаешь, мне страшно. Кажется, он активизируется. Это твоя энцефалограмма помогла. Знаешь, проявляя жалость, мы опустошаемся. Может, это и верно. Страдание придает всей жизни мрачный и подозрительный вид. Но я не признаю. Нет, я не признаю. То, что не составляет необходимости для нашей жизни, то вредит ей. Нет, не вредит. Не вредит. Конечно, не вредит. Ты помнишь Толстого? Его мучения по поводу невозможности любить человечество вообще. Сколько времени прошло с тех пор? Я как-то не могу сообразить. Помоги мне. Ну вот я тебя люблю.
Но любовь – это чувство, которое можно переживать, но объяснить нельзя. Объяснить можно понятие. А любишь то, что можно потерять. Себя, женщину, родину. До сегодняшнего дня человечество, земля были попросту недоступны для любви. Ты понимаешь, о чем я, Снаут? Нас ведь так мало. Всего несколько миллиардов. Горстка. А может быть, мы вообще здесь только для того, чтобы впервые ощутить людей как повод для любви? А? Кажется, у него жар. Как умер Гибарян? Ведь ты до сих пор не рассказал мне. Я расскажу тебе потом. Гибарян умер не от страха. Он умер от стыда, стыд. Вот чувство, которое спасет человечество. Мама, я опоздал на 2 часа. Я знаю. Как ты доехал? Ничего. Устал немного, а так? Ничего. О, Господи. Опять они отстают. Пойду подведу. Успеешь еще. Ты знаешь, мне очень неловко, но я почему-то... Я совсем не помню твое лицо. Ты плохо выглядишь.
Ты счастлив? Ну, сейчас это понятие как-то неуместно. Это очень обидно. Я очень одинок сейчас. Зачем ты нас обижаешь? Чего ты ждал? Почему не звонил? Ты живешь какой-то странной жизнью. Неухоженный, грязный весь. Где ты так изгваздался? Что это? Подожди, я сейчас. Ари. Ари. Ну как дела? Все в порядке? Где Ари? Что это? Нет больше Хари. Крис. Ужасно, что пришлось тебя обмануть. Но иначе нельзя было. Так лучше для нас обоих. Их сама попросила об этом. Никого не обвиняй. Она сделала это ради тебя. Снаут, слушай. Потом, Крис, успокойся. А как все это? А?
аннигиляция, вспышка света и ветер. Да. В последнее время у нас с ней не ладилось. Послушай, Снаут, да что он нас так мучает? Знаешь, по-моему, мы потеряли чувство космического. Древним оно было доступнее. Они бы никогда не спросили, за что, зачем. Вспомни миф о Сизифе. Да, после того, как мы послали ему твою энцефалограмму, никто из гостей больше не возвращается. Да и с океаном начали происходить какие-то непонятные вещи. На поверхности стали образовываться острова. Сначала один, через день еще несколько. Уж не хочешь ли ты сказать, что он нас понял? Ну уж, так сразу. Но зато у нас появилась надежда. А, Крис? А сколько тебе лет? 52, а что? Ты давно оттуда? Разве ты не видел моей анкеты? Видел. Послушай, после того, как ты прожил здесь столько лет, ясно ли ты ощущаешь свою связь с жизнью там? А ты любитель крайних вопросов. Боюсь, что скоро ты спросишь меня о смысле жизни. Подожди, не иронизируй. Это банальный вопрос. Когда человек счастлив, смысл жизни и прочие вечные темы его редко интересуют. Ими следует задаваться в конце жизни. А когда наступит этот конец? Мы же не знаем, вот и торопимся. А ты не торопись. Самые счастливые люди – те, кто никогда и не интересовался этими проклятыми вопросами. Вопрос – это всегда желание познать. А для сохранения простых человеческих истин нужны тайны. Тайны счастья, смерти, любви. Может быть, ты и прав, но попробуй не думай обо всем этом. А думать об этом – все равно, что знать день своей смерти. – Незнание этого дня практически делает нас бессмертными. Ну, хорошо. Во всяком случае, миссия моя окончена. А что дальше? Вернуться на Землю? Понемногу все войдет в норму, даже возникнут новые интересы, знакомства. Но я не смогу отдаться им до конца. Никогда. А вправе ли я отказываться, пусть даже от воображаемой возможности контакта с этим океаном, которому моя раса десятки лет пытается протянуть ниточку понимания? Остаться здесь, среди вещей и предметов, до которых мы оба дотрагивались, которые помнят еще наше дыхание. Во имя чего? Ради надежды на ее возвращение? Но у меня нет этой надежды. Единственное, что мне остается, ждать. Чего ждать? Не знаю. Новых чудес? Ты не устал? Нет, нет. Я прекрасно себя чувствую. Знаешь, Крис, по-моему, тебе пора возвращаться на Землю. Ты так думаешь?